Було п'ятеро постраждалих, з п'яти четверо доставлені були до нашої лікарні. З чотирьох один важкий, інші поранення більш-менш легкі. Один перебуває на сьогодні в відділенні інтенсивної терапії, троє інших знаходяться у профільних відділеннях. В хірургічному, в відділенні хірургії голови та шиї, в очному відділенні. Ті, які знаходяться за межами відділення інтенсивної терапії, їхньому життю на зараз нічого не загрожує. Нас постраждали ще доволі важкий. До того ж, людина не молода, у нього своя є супутня патологія. Були ми з жіною на вечірній прогулці, так сказати. Ну, жменьку вишні у нас во дворі росте, для компотика вирішили зібрати. Ага, ну, зібрали ту жменьку і присіли, у нас там стадіон є, тільки прикурили, як бахнуло. От. Я на лавочці упав. Я попытался встать ее, это, ну, что с ней происходит, узнать. А встать не могу, ноги перебиты. Потом вызвали скорую и привезли сюда. 30 числа прилетел взрыв в соседний дом ко мне. Попал в дымоход и попал в меня. Осколки мне порезали все. Поэтому... У меня ничего не осталось, ни дома, ни вещей, ну, ничего. У меня пол спины нет, у меня нет почек, поджелудочная, косточки прямые, отбитые, маленькие, поперечные, продольные. Разговаривать мне очень тяжело, у меня живот побит весь кусками. Ноги побиты. У нас там на улице 6 человек жило, понимаете? Остальные все уже выехали давным-давно. Ни солдат там никаких нет. Куда вы стреляли? Как только я захлопнул дверь автомобиля, начался обстрел. Мы, как и положено по инструкции, упали на землю. И в этот момент началась серия очень громких взрывов. У меня зашумело в ушах, у меня началось такое как бы... Прострации, я не понимаю где. То есть не страшно, ничего, просто такое чувство, что это вообще нереально происходит. И потом начала печь нога. Пока водитель занимался ремонтом, я оказал помощь больному. Я сначала думал, что травма тупая. Ну, ударилась, отлетела и так далее. Но когда я оказал вот эту помощь, и я снял кроссовок, я понял, что там получается травма мягких тканей, и началось обильное кровотечение. И у меня с первых дней уже есть такое желание покинуть, уже работать. Хочется одеть, так сказать, бронежилет, купить себе новые кроссовки, но уже более крепкие, и направляться в бой, потому что я жду уже, мне хочется работать, я не могу без этого.